Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас 11 число. Давно наших живых видео не было, но погода не очень хорошая для них. Хотя сейчас тоже идет снегопад, но все равно решили вас порадовать. Начинаем с нашего снега. Вот здесь вот, это все снег. Сюда складируются как раз со всей территории. Вчера убирали, позавчера убирали. Сегодня к нам приехали волонтеры помогать руками и ребята, проводившие автосбор по югу города, по области. И Наталья приехала к мастеру. Наташа, мы вас с мастером снимаем! А тепло, видно, стало? Тепло стало всем! Так что тепло. Вот, так нам, значит, сегодня ребята приехали после южного автосбора руками еще помогать. Потом наши большие друзья сегодня на гигантский фронт работ приехали. Новая Акрополь. Сейчас, пока. Девочки, я к вам с видео иду. Вот они, раскопки Ягеля. Кто в лесу копает, а кто-то же вон кучу разгревает. Ух. Ой, запах прям вообще. Лес. Полетели дальше. Полетели дальше. Здесь у нас складское помещение, стройматериалы, и пакеты, и Ягель. Кто-то одно из, ну, четвертая часть. Помещение для хранения вот таких вот больших запасов. Это наш третий был корпус, вот это второй корпус. Крутится! Он весне радуется. Давай сейчас я к вам попробую пролезть. Давай. А у них тут весна. Сейчас я к вам пролезу. Откуда мне? Отсюда? Нет, не отсюда, от тебя лучше. Сейчас вот Наташа. Сейчас пока ничего не... Смотри, не вылезай. Тю! Ти мою рыбочку. Мастер, висишь что тут. Ля-ля-ля-ля-ля. Где там зайчик такой? Кто там гавкает, скажи? Кто там гавкает? Что-то весна рано. Да-да-да. Очень, да, кстати, рано олени. Даже сегодня рога, Генза урок сбросил. Ну что? Сейчас мы Маргошку. Да, и Марго там рада. Моя рыбочка, скажи, все проснулись. Маргошки. Да. А сейчас это Коля. Тоже, да-да-да, потому что... А я снимаю видео. Да, вот то, ага. Да, вот это лисьи какашки. А здесь бусинка Тори и Гоша. Три лисицы. Да. Но бусина тоже. Пилин, пилин. Вот они, наши молодцы. Вот он, южный по городу автосбор. Вон Саша с Олесей какахи катают. Лена ведет экскурсию. И это нам буквально вчера комбикорм привезли. Он стоит для всех копытных. Тоже еще не рассказывали, в группе не писали. Картонки тут пустые, коробки, точнее, не просто так стоят. Что с этого года мы начали собирать картон, чтобы сдавать его на переработку. Так что вот-вот, скоро уже первую партию подкапливаем и зададим. Рик с Алисой. Сейчас наш фруктовый домик. Девочки сегодня и вчера тоже разбирали. Вчера разбирали, сегодня Олеся, вот, которая с Сашей южный автосбор проводили. Здесь нам тоже помогли все прибрать, все убрать, все пофасовать, рассортировать. Так.
Дальше полетели. Так, сегодня у нас такой, и эти, точнее, все праздничные дни, очень большой фронт работ, фронт волонтерской помощи. И очень много тоже волонтеров приезжает, помогает. Здесь наш Сережа экскурсию проводит. И девчонки там из-под снега, из-под льда вот достают стройматериалы. Тоже снег увозим на снежную кучу, которую вначале показывала. А строительные материалы отдельно на хранение в строительный корпус. Вон тут кто. А я видео снимаю. Ну что, Ир, опять я тут. А Ира, то тут, то там, вон, все устилает. А Вук за вами следит, так лежит, смотрит. Эту абсолютно, да. Сейчас красоту заберем, унесем. Вон сколько под снегом добра. Добра. Дальше идем. Вон ушастая Люма уже видна. Люминья, привет, привет. Ты моя красавица. Вон Буш там тоже вышла. Буша. Вот. А там ребят. О, Потапа вышел. Потапа. Потапа, ты вышел. Ой. Ты вышел. Сейчас я финики принесу. Потапа. Потапа. Сейчас. Сейчас тебе кто-то синенький принесет. Сейчас груши и синенькие, да? Потапа вам, по-моему, рвется помогать. Да. Давай, Ром, понесу. Потапа. А он, ребят, забор здесь тоже наращивает. Лосяток помогли здесь теперь у копытных. Все, девчонки там мох колят, за ветками тоже еще пошли. Сейчас тоже там режут, несмотря на снегопад. Потапа! Потапа! Ты ребятам помочь хочешь, да? Потап, ты толстый для зимы. Толстый. Ой, хорошо. Так, салат. И Гензель сегодня один рог сбросил. Зима как-то рано очень закончилась. В этом году уже весна началась. Так что рог сегодня сбросил. Он сейчас с одним рогом ходит. Вон. Дай Гензель скажи, рог я сбросил. Так. Так. Раз Потапа проснулся, нужно ему финики дать. Так. На сегодня вот нам еще вот эту кучу убирать. Ребята, значит, забор доделывают. Сегодня буду подвешивать обогреватели в некоторых домиках. Зима в этом году теплая, поэтому обогреватели уже подвешивать будем, соответственно, на следующую зиму, что это прям вот очень даже тепло. Вот, и девочки тоже из Нового Акрополя ушли сейчас на заготовку веток. Вчера очень тоже ребятки нам помогли, приезжали на целый день наши друзья из Greenland Front Нилоград. Вот сколько и веток еловых на заготавливали, и веток вот таких вот, это козья ива кормовая, как раз и для всех копытных. Вот, и тоже вместе с ребятами из Greenland Front вчера приезжали
наши новые друзья Straight Edge. Вместе ребята прям очень дружно и